Йоу, всем здорова, друзья, с вами Ял, и в этом ролике мы вместе с Доми играли дуос в Fortnite, и знаете, что такое пинг? Возможно, многие из вас знают, но для тех, кто не знает, я объясню. Это промежуток времени, за который информация с вашего компьютера отправляется на сервер и приходит обратно. То есть это, по сути, качество соединения с сервером игры. В данном случае, в этом видео, вы увидите, что у меня был очень высокий пинг, то есть это порядка 170-180 миллисекунд. Для меня это очень много, обычно я играю, на 50-70, то есть это, в принципе, нормальный пинг. Идеальный, конечно, это вообще один, но такой пинг бывает только на LAN-турнирах, поэтому все в основном играют на 30-60, то есть 30-60 это, в принципе, нормальный пинг. Чтобы вы понимали, когда у вас высокий пинг, вы не можете нормально играть, то есть у вас все тормозит. И знаете, что самое забавное? У Доми был пинг 50, то есть у него ничего не тормозило, у меня 170, у Доми 50. Я не знаю, с чем это было связано, потому что сразу скажу, что это не мой интернет. Да, самое интересное, что это не мой интернет тормозил. Я прямо перед записью проверил с качество соединения на европейские сервера, и у меня был пинг от 30 до 60. В общем-то, как-то так. Получилась довольно-таки забавная игра. Надеюсь, вам понравится. Большую часть игры у меня был плохой пинг, но в конце вроде как он исправился, и все починилось, само собой. В любом случае, ставьте лайки, если вам понравится видео. Пишите в комментариях, какой у вас обычно пинг в игре. Всем приятного просмотра. Погнали. 187, да? О, 173 только что мне показало. Офигеть. У меня 50 из 80. Я понял, это же они там что-то фиксят. Да, сервера, наверное. Да, лагает. Бред. Чего? Я кого-то убил? Что? Что? Два фрага? Что? Я кого-то убил? Что? Мне просто высветилось, что я кого-то убил сильным падением. Я ничего не делал. Лол, может быть, надо мной кто-то стоял? Я потом посмотрю на реплей. Ты двоих убил, кстати. Ну только что, да, чувака с дробовиком. Просто лол. О, понял. Да, лагает? Не, ко мне тут мемес какой-то прибежал. Мемес? У тебя не лагает? Не, у меня все хорошо. Сколько у тебя? Сейчас скажу. А у меня 54. За бред, а чё оно так работает? Дневники они меня окружают. На мне. А, чувак, мы далеко от друг друга. А, ты? Да, я... Ты же сказал самый низ, я пошел самый низ. А, ты на берегу, лол. Да. ХП. В чем дело? В смысле, как я его убил, если у меня лаги дикие? Без понятия. Вот что? Там у чувака, походу, тоже такие же лаги. Да. И кого-то взорвал с гранаты. Что? Что происходит? Хорошо. У меня пинг 200, алло! Игра! Странно. Это играет мне на руку, походу. Угу. О боже, тут просто куча лута! Просто миллион лута. У меня все есть. Неплохо, неплохо. А, не, надо перезаряжать. Блин, патронов нет вообще.
5? Ты чё, вообще прикалываешься? Ну реально 190 пинг и все, он ничего не делает. О. И лагает, да? Ну я делаю действие, а оно происходит через секунды две. Угу. Блин. Это не круто. Это очень не круто. Очень не круто. Есть там еще люди? Нет, все, я на этой штуке всех убил. Найс. И подожди, а как это может быть, если... Как это может быть связано вообще? Если у тебя не лагает сервер, у меня такой пинг. Не знаю. Может, все-таки интернет? Не, я только что потестил, у меня 60 пинг. Чу. Ну, типа на какую-нибудь Германию. Ну да, это уже странно тогда. У меня 7 хп. У тебя бинтов нет? А, есть бинты. Чё я 7 хп бегаю? Я тебя могу даже силой мысли похилить. Такой, у тебя бинтов нет? И такой, о, есть. Оп, похилились, да-да-да. Сто семьдесят четыре пинг, чё за прикол? У меня 2 джампеда есть. Ух ты, это уже найс. У меня из такого ничего. Ну, зона недалеко, поэтому я добегу. А патроны есть? На что? Да на всё, на М-ку. На М-ку, думаю, да. Да, у меня 218 на М-ку. О, чувак подо мной. Идешь, не? А, да, да, я сейчас буду двигать. Во мне сверху еще типа стреляют. Блин, если бы я разлом нашел, было бы вообще идеально. На меня летят. Тут все лагает. Нет, разлома нет, все, я сваливаю отсюда. Машина должна быть. Где чувак, который на меня... А, вон он внизу. Блин, за мной летят, ты поможешь, не? Да, я уже бегу. Я на машине сейчас буду ехать. Нет, где машина, быстрее. Только что видел. Ой-ой. А ты можешь левитировать на острове? Да, я так и делаю. Окей. Фак. О. Я не могу машину найти. Так иди уже так. Ты быстрее дойдешь. Бегу. Они за мной летают. Они оба за мной летают. Я чувак. Отсюда слышу остров. Все, я бегу. Вон, я один приземлился, вон. О, пытается попасть по мне. Ну, так мы вообще близко друг к другу. Достаточно. Ты еще левитируешь, да? Да, я тут летаю. О, черт, а. Нет, зона, за что? Вон, друзья. Они летают со мной. Я тебя вижу уже. Сейчас я тоже в остров влечу. Не надо по мне стрелять, братан. У него охота? Не, у него что-то. А непонятно. Он стоит или они летают? Они летают. Ну, они вот наверху один стоит. Понял. Ну, они летают. Окей, может я по кубу щелкну? Давай. Еще. Я не могу. А на мне, все, они на мне, они наверху, okay. Они наверху. Окей, летим к ним? Да, давай. Вижу. Один на дом строится. Один.
второй. Воу! Чё за... А чё за прикол, чувак? 170 пинг? Что за бред? Без понятия. Я давно их убил, значит, я боюсь. С этим пингом. Не понял. Чувак развалился, вот вроде его лут. А патроны, дерево, вообще у него ничего не было? Не может такого быть. Не знаю. Может, вниз скатились? Странно. Фу, скатился. Да. Ну окей, я прыгну вниз. А, да, все внизу. А то вообще не его лут был. Что происходит? Почему такие звуки начались? Да, да, я слышу. Че такая странная фигня. Че, летим отсюда? Да, панелем. Полетели. На бургер? Да-да-да-да. Все верно. В парке вроде никого не осталось. О, на бургере нет никаких разломов. Давай дальше пролетим тогда. Может, под горой разлом? Да, под горой разлом. Я падаю в него. Окей. Но я не успел. А-а-а, дитько. Хотя, может быть... Давай! О, не успел. Это фадж. Я немножко не так кинул гранату. Ну, если тут кто-то есть, то я лечу обратно к тебе, но пока не вижу. Да, я, наверное, тут и остановлюсь и подожду тебя. А, я вижу чуваков недалеко от линии лунок, они на машине. Сейчас отмечу. Вот тут где-то. Жду тебя. Да, иду. Тут еще фонарь есть, потанцуешь? О, последний, точно. Или... Да. А там надо на... да, да. Под разными всеми или как? Да, под разными. Ты в лунках. В смысле, танцевал? Ну, а их много очень, их больше, чем 6? Да, да, их больше. А, все, много. Окей. Да блин, хватит икать, ял! Damn it. Авик халявный нашел. О, как играть с таким пингом, я не знаю. Да, без я нажимаю понятия, кнопку, и через 2 секунды у меня пушка берется. Да, это не круто. Ну, не через 2, может, через 1.5. Насколько я хорошо вижу время. А-а-а. Я чувствую эти время. Чуваки тут. Чувствуешь? Больше ты ничего не чувствуешь? А на тачке не надо приехать все? Воу-воу-воу, они меня даже видели. У одного барика аккуратно 34. Они меня убьют, да? Возможно. О, вот это имба. Можно через забор вижу. Стрелять. А, ну да. Не знал. Знал, но никогда не изал. У меня нет снайперки или типа того. Ну да, да, я понял. О, по мне что ли? Один слева, а второй справа на рампе. Там толку никакого от меня. Ну, сейчас они будут идти сюда стопудово. Я просто попытаюсь. Угу. О, они сломали мне забор. Это неплохо уже. Я окно сделаю. Как у тебя реально 50 пин? 34. Чё? Чего? Пытаюсь их тихонечко пикнуть. Они ж меня не услышат, если я буду с глушителя стрелять. Не. Я их обойду чуть-чуть вот так вот левее. Давай. Они не ушли еще? Не-не, стоит там же. Она видит тебя. А, у них сражение, у них сражение. А, все, они убили его. Чей-то... Они вырубили. Тут чей-то форт. Полетели на машине. Полетели на машине. Полетели на машине. У тебя есть там тачка, нет? У меня нет. Понял. Ну я уже подхожу к ним. Понял, хорошо. Вижу, вижу, ты напрягаешь. Офигеть. Я лечу помогать своему братану. Я лечу хорошо. Помогать. Со 100 пингом.
Дострелялись, пацаны. Ты меня достреляешься. Угу. Тут синемка. А, понял. У меня есть уже. Я граплер не буду брать. Чего? А, ну да, да. Опасно, на всякий случай не надо. А тут есть? Еще древесина есть, А, у меня фул. Отлично. Тактикал? Да. Нет, помп зеленый. Блин. Два помпа. Ты не любишь помп, да? А, у меня просто этот. Я взял граплер его. Мне нужен тактикал. А, вот зеленый тактикал я нашел. Стоп, это синяя. О, упал пинг! 74! Ауч! Это было больно. Я заорал, типа, прям? Да, такой. Оу! Окей. Ну я просто. 74, да, отлично, отлично. This is good. А, челик, 227. 227, 227. Что, так, 230. 230? Мне так просто удобнее говорить, да. Они на бассейне ровно. Мой джампэд здесь рядом стоит. Вон он. Вижу, вижу. Ох ты, вау. Он попадает даже. А у тебя есть какая-то. Оооо. Че там? Ну мне не хорошо. Окей, сломаю ему. У тебя нет этих миников там? Есть миники, есть. Блин, надо было у тебя зрать. Зрать, да. Сразу надо было у тебя их. Зона, зона. Давай, джампэд, джампэд, вот, он там. Нет, давай. Есть? Стройся, стройся, он здесь стоит. Иду, иду, иду. Успеешь, успеешь? Я не, да, я не прыгаю, я не прыгаю, Давай. Бегу. Давай, давай, прыгай. Я на дом, А, давай, нет, давай, я дальше, я в зону, Дальше, надо. Дальше, да, в зону надо. Они. Вижу. Я еще назад отойду. О, сбоку еще. А, это ты, все. Вот хорошо. Еще на мне, Понял. Одного вижу. Сейчас вырублю. Один есть. Он забегает в зону. Найс! Есть. Прям перед носом у меня его убил. GG. Еще подумали тут нас зажать. Нафиг там. Много коцает, сильно коцает. Да. Че, я подхилюсь? Хорошо. Так, я позабирал вроде все ништяки. Там еще миники вроде есть, я заберу, наверное, еще. А, окей, там у меня нет хила. А, нужен хил, да? Нет. А, ну, типа, если я бы зашел в зону, то нужен был. Бери, бы, бери, а там нет. Бинты, там бинты. Там много. Бинты? Не, мне не надо, мне не надо. А мне нужен один бинт. Вот забери, зайди, забери, пожалуйста. Где он? А вон он, вон. А, вижу. Подожди. Да я сам заберу. Зачем? А. Зачем мне тебя напрягать? Просто хотел, чтобы ты зашел в зону и покоцался. Ах ты! Походу, чувак, знаешь что? Походу у меня пинг. Ну, типа, понял? У меня. Ну, как бы не в игре, да? То есть не у игры, а у меня. У меня небольшая задержка передачи мыслей из мозга, когда они поступают вот с мозга и до речевого аппарата, и тогда у меня открывается рот, начинается воспроизводиться звуки. Вот это пинг, у меня какая-то задержка с этим. Видимо, когда у меня в игре, да, это отражается на моем речевом аппарате. Да, понял. Возможно, возможно. Хорошая теория. Мы в центре, против нас две команды. Найс, найс. Надо найти их только. Let me do the thing. Там вроде никого в этой постройке. Окей, где они могут. Сзади, сзади! Да, я думал, О, это ты. О, да ладно, у меня перезаряд. А, не перезарядка. А ну вниз, братишка, их двое. Это что, это не тиммейты? Это тиммейты. А, это ты. А, минус 60. На меня стреляют. У них стараюсь этот, помочь. У них сейчас вырублю одного. Нет, не вырубил. Накосал. Так тебя, так тебя. А, да, у меня задержка реально. Аккуратно, там еще одна команда. Стараюсь помочь. Блин, у меня реально проблема. Не пойму, что со мной. Граплер, а это ты? Да, да. Нет, он меня убил. Нет, не убил. Убил. Трайхарды. Что? Как, блин, второй?